Нет, лечить вас тупой и навязчивой рекламой никто не собирается. Давайте житейский опыт реализуем на практике. Кстати, есть в природе еще один полезный девайс, типа прибор ночного видения. Нет, конечно, его здесь нет, и помнится, танковый стоил под штукарь зеленых, но нулевики здесь есть, они в ассортименте и в примочках, типа тепловых экранов и индукционного наддува. И выражение «крепче за шоферку держись, баран» здесь неуместно. 20 лет назад статистика была такова. Раз в 5 лет ДТП, раз в 10 машина в хлам и раз в 15 цветы на кладбище. Но не будем о грустном, давайте о приятном. Есть в автоспорт-тюнинге такое понятие, как индивидуальная скидка. Работают здесь парни веселые и вовсе не жлобы. Так что если не покупкой, то приятным общением в атмосфере всевозможных фенечек вы обделены не будете. Хотя покупки предпочтительней. Бизнес есть бизнес. Мы, конечно, нахапали здесь не только это, упакуемся еще, тем более, что есть куда. О результатах инсталляции расскажем и покажем позднее. Мы вам сегодня, как и всегда, рекомендуем не останавливаться и не заморачиваться на житейских проблемах. Давайте действовать по принципу моего друга. Брать от жизни все.